Одна из экскурсий, которая пройдет в Самаре в выходные в рамках всероссийской акции «Ночь музеев», будет посвящена императору Петру I, а точнее фильму о нем и сыгравшему в нем императора народному артисту СССР Николаю Симонову. Самарец, великий актер театра и кино, театральный режиссер, летом 1901 года уехал учиться в город на Неве. Пройдет 3,5 десятилетия, и о Николае Симонове заговорят миллионы. Уж больно точно он вписался в роль Петра I. Царская корона и королевские алмазы, слухи и правда, кино и литература. Экскурсию проведет бессменный ведущий программы «Город. История. События» телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин. Вот сейчас мы с вами находимся на одном из мест, который мы в субботу в рамках экскурсии тоже посмотрим. Здесь мы можем увидеть вот за моей спиной один из домов, в котором Николай Симонов жил в детстве со своими родителями. Родился он тоже неподалеку, здесь на улице Садовой, но этот дом не сохранился. В Санкт-Петербурге и Самаре установлены мемориальные доски в память о Николае Симонове. Как считает Михаил Перепелкин, пришло время напомнить горожанам о великом актере. И не исключено, что в будущем в областной столице появится посвященный ему памятник. Все экскурсии во время всероссийской акции будут бесплатными. Но количество мест ограничено, поэтому лучше записываться на них заранее. Сделать это можно по телефонам, указанным на экране. Звонки с 10 утра до 8 вечера 20 мая и с 8 утра до 3 часов дня 21-го. Юлия Василькина, Сергей Баскин. События.